МЧС России исполняется 30 лет, и в честь такой даты ведомство проводит флешмоб «МЧС-режиссер». Его суть заключается в воссоздании сцены из фильмов при помощи пожарно-технического или другого оборудования. Главное управление МЧС по Мурманской области уже приняло эстафету и представило свою вариацию ремейка на отрывок из фильма «Охотники за привидениями». Для тех, кто не помнит, по сюжету офис команды располагается именно в здании пожарной части.